Ну что, пока будем здороваться. Виноградов здравия. Ижевск здравия. Был у вас, читал лекцию. Трехдневный семинар провел. Народу было мало. Рекламы не было. Так. Антон готов. Шелепов, здравствуй. Так. Краснодарский край, господи, вам-то кто мешает выращивать всю эту прелесть? Милая Татьяна, если бы росло, вы бы сейчас с нами бы не были. Так, Воронежская. Брат на месте. В общем, брат, сам решай. Тебя уже могут вот-вот заблокировать совсем. Я попытался, надо ли, вот то, что я выделил, как самая главная проблема России, которая касается мужских яиц, я уже говорю нормальным языком, это не матерные слова. В отдельный фильм, давай подумай. Вот. Придется ли он по нраву Ютубу. Так, Казахстан, привет. Татьяна, привет. Алексей, привет. Северный Казахстан. Я же ничего не ошибся. Северный Казахстан, та же Сибирь. Граница вычурная, кривую сделали, получилось, черти что, лучше по так ровную сделали. И были бы вы в России. Так, Наталья, привет. Татьяна, привет. Так, Тверь, привет. Всем добра и света, вам тоже. Здравствуйте, уважаемые садоводы. Доброго здоровья, всего наилучшего, Александр, Екатеринбург. Чего вы у себя в Екатеринбурге в своем знаменитом раскрученном питомнике ничего не покупаете? Напишите как-то, как это сложилось, что екатеринбургцы, так же, как и челябинцы, самые крупнейшие питомники обращаются ко мне. Катя Ковалева, здравствуйте. Правда ли, что после десятка или больше перевек яблони на груши, например, яблоки могут стать со вкусом груши? Десяток ветчинки, перепривитые много раз, напитавшие соком, переберут вкусовое качество. Кать, ну я тоже испорчен. Ну вот нет бы вырастить, просто нормальный сад. Следующий этап, он же как? Я растил нормальный сад. У меня не было мысли десяток перепривок делать. Ну не было. Вот. Все, что делалось, оно делалось само. Иногда, мне кажется, оттуда свыше. Вы представляете, перепривок яблони на груши надо 10 лет подряд. А это теория, а практики 20. Почему? Вот вы сделали прививку, так? Если удача прививка, даже можно вот от земли пошла она, яблони на груши. И сразу, то есть надо начинать, помните, что такое расшат наследственность, только у молодежи. Приведете скелетную прививку, сделайте, уже не то. Вот яблоко на грушу не будет похоже. Груша, скорее всего, на яблоне умрет. Это че? У них короткий век, да? Вот, короче, большая неблагодарная работа. Вопрос, надо ли они яблоки со вкусом груши? Ну вот скажите. Яблоки, ну, у Мичурина что-то получилось. Прошли годы, сейчас. Вы мне можете навскидку назвать несколько сортов, которые в садах растут, в простых садах, в научных садах, урожаи дают. Яблоки со вкусом груши. А? Всегда, когда... У меня же там ниже будет вопрос, он такой интересный. Почему вы, Валерий Константинович... А, нет. Мне просто... А вы знаете, вам 5 лет понадобится. Некоторые поверили, что я волшебник. 5 лет вам понадобится. Сделайте, чтобы было... персик, но с морозостойкостью абрикоса. Сделайте вам так просто. Вот. А я, допустим, сделаю, ну, я говорю, мне 1 000 000 нужен, только не рубля, а доллар. Я сделаю, пожалуйста, и поверьте, 100%, и грушу с яблоней сделаю, причем сделаю без, даже без скрещивания, потому что это долго, только прививками. Вот. 5-10 лет, 1 000 000 долларов. Мне же надо будет сотни этих попыток делать, сотни. Наконец сделал. И вот передо мной яблоневая груша или персиковый абрикос. И действительно, вкус персика, все прекрасно. А долго он пробудет им? Так как Фаина, этим кончится. Я же не зря вам пример своего привел. Я сейчас не могу подробнее. Я просто считаю, что это так отвлеченный вопрос. А вот, ну, поверьте, на полном серьезе в средние века
богословы, спор был дикий до мордобоя. Сколько чертей вместится на конце иглы? Посмотрите, сколько их, столько мнений. А вы хоть одного черта-то видели, прежде чем спорить? А раз спорили, значит, видели. А мы с вами хоть одного видели? Куда же они делись-то, черти? С рогами, с копытами. А потом получается, если черт это разновидность человека, допустим, реально там гибрид человека с чем-то, какой-нибудь зверушкой, как это у Пушкина было, неведомая зверушка получилась, родила неведомую зверушку. И тут так же. Ну, то я знаю, один черт вместится на конце иглы, только один. Вот. А тут получается так, проходит немного времени, здрасте, не успею я получить Нобелевскую премию за это, черешню, за это, а уже в следующем поколении она исчезла. Это пережила наша советская, это. Я говорю, как, я не лезу в генетику. Мы не использовали возможности нашей вегетативной гибридации. Не использовали, это самое страшное. Поэтому нет таких садов, как у Лутенкова или у Железова в науке. Как можно так отказаться от самого перспективного? Работать надо, а работать не хочется. А, ну да, за 10 тысяч сейчас побежал ученый работать, за 15. Разбежался. Так. Валерий Костянович, вам совет сажать деревья на холмы применим в любых условиях. Надо ли сыпать холм при посадке, если у меня склон, песчаная почва и мало снега зимой, при этом мороз до 40. Ну, мороз до 40 спасает южный склон, раз. Во-вторых, я 100 раз подчеркивал, а феномен, наш саяногорский феномен, сюда мы включим, например, Черемушки, очень крутой склон, я показывал фотографии, и Майна, тоже там улица Горная, так и называется улица Горная, и тоже склон, но не такой крутой. И особенно в Черемушках, там вообще, там рыть-то, там сразу скала идет, люди делают, как грядки они делают эти, как я забыл, как называется-то, террасы. Вот. Там действительно получилось как? Про холмы никто не знал. Знали про, чтобы ямы надо садить. Вот там ямы-то смысла делать нет, когда вот до 30-40 грамм склон. Вот такой вот, понимаете? 30-40 грамм. И куда там яму-то делать? А я говорю, в таких случаях, даже у них получалась яма, но все-таки большая часть снега, превращаясь в воду, скатывалась, как с гуся вода. Вот. Поэтому, чем круче склон, тем меньше яма. А с какого-то момента яма не нужна. Лишь бы только все равно заглубления не было. Можно все равно умудриться корюшейку закопать и обречь на гибель. Вот такой ответ. Так. Поэтому получается не в любых условиях, а речь идет прежде всего на ровных, на ровной поверхности или слабый склон. Вот там нужен холм. Еще больше нужен холм, если близко к грунтовой воде. Вот помните, в самом начале кто-то мне прислал эту фотографию, взялся за ум этот главный вредитель. Ну, не главный, потому что у него просмотров мало. Главный вредитель – это те, которые вот на Первом канале видели, да? Передача «Бобер». Вот те главные вредители, потому что вреда больше. А так получается, что там, где этот дядя Ваня хозяйство, склон можно было и метровый сделать, уже какой-то шанс для, хотя бы не для всех видов, ну, для вишен, для яблонь, для слив, уже можно прекрасный сад иметь. Сделал сливу, на метр поднял холм, сливу посадил, уже у него до воды было бы уже почти 2 метра. Вместо дурацких этих самых гадюшников, гнойников для корней. А именно так. Уже сливу посадил, а на сливу персик, на сливу абрикос. Поняли? То есть уже шанс какой-то. Ну а дальше наша персик хороша, мы еще 100 раз говорили, что будем говорить. Пока так, на вскидку. Так, привет, Михаил, привет, Мария. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, черенки, заготовленные осенью, нужно весной перед прививкой замачивать, как виноградные? Смотрите. Значит, первое условие, чтобы они были нарезаны при минусовой температуре в 5-10-15 градусов. Чтобы дерево полностью уснуло. И вот они спят. Самое главное, чтобы они не проснулись. До самого последнего дня. Поэтому хранение, я же говорю, близко к нулю.
Навесная с весной. Вы их достали с погреба, как я советую. Так? Там уже погреб теплеть начинает. Вам завтра плевать, а вы накануне за сутки берете холодную воду. Торец отрезали, он же замазан у меня, например, у меня или садовым варом половина, а половина этим самым, от свечка растаянная, как она называется-то, парафин. Половину с парафином. И то вот так вот отрезали, замочили, но в холодном помещении, в темном холодном помещении на сутки. Например, собираетесь утром привать сутками раньше, и тогда у вас получится, что они не успеют проснуться, а уже полностью напьются воды и вот максимально годны. Но исключение какое? Достали вы, чуть опоздали, в середине апреля, а там уже начинают набухать цветочные почки, а где-то и ростовые. Вот тут еще поставить на сутки, вот они еще больше распустятся, даже за сутки. Но тогда получается один совет. Замачивать или не замачивать? И то плохо, и то плохо. Значит, просто надо не опаздывать. Так, поехали. Слон какой? Южный, северный какой? Так, чтобы... Ну, подождите. Ну, школьная это физика. Значит, угол падения равен углу отражения. Это проходили достаточно. Смотрите. Надо, чтобы в склон бил луч солнца и добавлял градусов. Вот сейчас я попробую нарисовать так, когда ты телевидение показывал, не было другого. Вот склон. Видно, надеюсь. Я-то себя не вижу. Если вот это север наоборот, а солнце с юга, получается, а склон вот, хотя сам холм на севере, это считается южный склон, потому что солнце обогревает его так. Здесь теплее на 200, на 300, на 400, как бы до юга переезжает ваш сад. А теперь другой момент. Северный склон или восточный. Смотрите, и не греет, и не греет, и не греет. Вот так по-другому сидеть не могу. Самое обидное, что вот эта ловушка в словах заключается в том, что южный склон находится на севере, а северный склон находится на юге. И человек может понять наоборот. А я как ни стараюсь, то давайте не называть слово северный, южный, восточный, западный. Ну, самые теплые склоны – это южный и западный. Самые холодные – северный и восточный. Ветра обычно идут с запада, реже с севера, реже с юга, но обычно с запада. То есть получается хорошо, когда защита со стороны запада, а так как северный самый опасный, еще бы с севера. То есть с севера и запада хорошо бы еще иметь защиту в виде зеленых насаждений, высоких заборов, вот, за домом. Но чтобы грело с юга и с запада. Вот так, в принципе. Вот тут, надеюсь, теперь что-то понятно. Когда к этим самым, к высоте Солнца, а оно у нас не 90 градусов, как на экваторе, вспоминаем, может 60, 70, 50, чтобы к этому добавлялись еще вот эти градусы, 10, 20 градусов, 30 склона. И тогда здесь юг, вы переехали на юг. Так, устала. Здравствуйте, Валерий Костинович. Привая этой весной на одном саженце обнаружил следующую картину. После снятия привычной ленты через некоторое время место прививки начало растрескиваться с одной стороны. Так. Погодите. Когда же вы сняли-то? Через некоторое время вы пишете. Получилось расщелина. В сухую погоду обработал лак мастика долматова. После этого произошло глубокое растрескивание коры в области корневой шейки у самой земли. Пока не увижу фотографии, ничего не скажу. Я умный только потом, а сразу нет. Ничего не могу сказать. Подробнейшее, вот как я вам фотографию показываю. Ничего. А потом, допустим, пришлете фотографию, сейчас не поздно. Тут тоже текст нужен или еще более подробный. А в следующем вебинаре поговорим. Вот. Ну, Алексей думать не стал, глубокого расследования, способствовали ливни. Вот. Не знаю, но лето не было дождливое. Значит, точно не уверены, точно в данном расследовании. Ну, Алексей тут вообще как следователь. Где-то июнь месяц, когда снимали интересную пленку. Бывает из-за обильного перелива, у меня конкретный залив не так было. Это чревато последствиями или затянется. У меня за лето все затянуло, будто и не было. На абрикосе. Спасибо, вы меня успокоили. Так, у меня еще круче вообще было. На всем саженце были разрывы, затянулись. Но это весной после ливня.
Привет из Тюмени, привет из Самары. Вот как так? Да, почему человек слушает и не слышит, смотрит и не видит? Пока я в вашей книге не прочел, что каждая 10-20 семечка повторяет материнское свойство, а больше принимает сланцевую форму. Это где же я такое писал-то? В моей книге. Сразу по сланцевую форму не писал. Ну ладно, а вдруг? Может, старею. Я посадил 25 семян яблони. А, вы про яблони, про семечки. Так, зашли 4. Три винтом растут или лишь одна ровненькая? Винтом. Обычно винтом растут на гиблом месте, на ГПЗ, гепатогенной зоне. А почти все яблони самосевы вокруг стелятся. Почему это я вижу, но не понимаю пока. Пока вы не пнули меня с носом. Когда же я успел? Вот снимок сделал 1,5 часа назад. Если это снимок, давайте посмотрим. Лишь бы не радио. Господи, а это что такое? Когда же успела вырасти-то? Да. Знаете, я сходу, я же говорю, я умный задним числом. Так, как отсюда выйти теперь? Ага. Не туда вышел. Караул, как вылезти? Наверное, сюда нажать надо. Так. Алло, вы меня слышите? Нет, а то я что-то это. Или, может, я уже не туда попал? Или это прошлый вебинар? Сейчас. Посмотрим, здесь я или нет. Ага, вот это как раз и было. Снимок-то вы сделали? Тогда можно я пропущу? Пока пропущу. Валерий, а из почек второго сорта и черенков выросших из них деревьев вырастут хуже? Да, хуже. Вот. Дело в том, что у них, как сказать, у них этот самый генотип, или как сказать, проще говоря, ДНК, она не второго сорта, но она не может сравниться, как бы сказать-то. Вот представим себе, что ребенок, которых я рассказывал, родился, никаких тебе памперсов, ничего, и он нормально развивается, бегает там, мама стирает пеленки вонючие, потому что нет памперсов, бегает, вспоминаем майки без трусов, ну, галопу за детство, помните, часто даже без трусов первые годы, так, маечка накинута, из-под которой это, что-то болтается под ней. Вот, подрастает, целый день на улице. Я вам рассказал про свое детство, вы бы в ужас пришли. Вот, целый день полуголодные, дома появлялись только спать. Вот, а то, что грязное, тоже ничего страшного. И вот получалось так, что вот так вот вырастает, допустим, одно дерево. Ну, пример с человеком, он довольно, я считаю, даже где-то даже нужный, корректный. И вот второе дерево растет, допустим, питомники. Нет, не так сказал. Теплица, да? Вот. Так же, как ребенок может второй расти. Почти не выходя из дома. Все время за компьютером, все время это. Ну, разве что в школе. Но там опять тепло, там опять сидеть, там опять яички зажаты. Вот. А здесь получается, что почки второго сорта, они были... Их нужда заставила проснуться не из почек, а из клеток. Программа там есть. Вот. Но у нее нет вот этой родословной, какая у того мальчишки, хоть у мальчишки, хоть у сенцева саженца. У нее родословная есть. Родословная. То есть были деды, были отцы, были прадеды, и миллион лет назад, и у человека было кто-то, и у растения было. А это-то инкубаторский, вы понимаете? Ему еще все это предстоит. А вы взяли, допустим, из почек второго сорта, как вот я их назвал, второго сорта, да? То есть черенков соответствующих. Взяли, вырастили 100 деревьев. Ну и начинают все сначала. Какие-то из них вспомнят, не умрут. Они могут чуть-чуть одичать, они могут измельчать плоды. У них все с нуля начинается. Ну это как человека сравнить? Ну вот взяли из пробирки вырастили. Вот из пробирки. Вот так и тут. А это тоже, кстати, их и выращивают из пробирки. Только в данном случае вот этот способ из пробирки выращивать подчеркнула наука, занимаясь халтурой. Да, Александр? Вы же отказались идти этим самым.
начальником работы, как он называется, специальной лаборатории, которая выращивает саженцы из ничего, из почек. Вы согласны со мной? Вот, так что и не просто нежелательно, категорически нельзя. Тем более, если же я высылаю черенки, так это черенки. Какие я получаю отзывы? В виде эксперимента решил хранить черенки в кубовом пластиковом баке на даче. Бак погружен в землю полностью. На дне заледенела вода. Я взял черенки, обмотал пищевой пленкой, положил на лед, поверху застелил пакетом, залил все это водой при высокой температуре. Получилось небольшой слой льда поверх пакетов, а внутри пленки. Сейчас засыпаю снегом, скоро снова будем смотреть. Расскажите, вы же один из моих лучших учеников. Расскажите. Вот. А лучший ученик – это который идет дальше учителя. То, что Игорь Грушевского замерзнут, вряд ли. Я с этим не согласен, потому что я на почте специально вымораживал на балконе при минус 30-35. Замерзает, то не сразу. Так, вот весной увидим. В Омске, омский садовод. Я этого не говорю, нет. Это был не омский садовод. У них на сайте написано, что выращивают сами, доращивают. Ну, доращивают, это есть покупные. Когда спрашивал в чате, у них то сказали, что все растения не сами растят. Ну, давайте здраво. Вот я бы сейчас поставил бы на кон свой авторитет, да. Я бы мог построить, ну, где взять 1 000 000 рублей. Ну, без всякого риска, да, потому что если я проиграю, мне надо идти брать кредит. Но я уверен, что не проиграю. Нет у них черешин. Вот эти черешни все. А вот слово доращивание стало пудло. Раньше его не знали. А теперь известные питомники. Вот вы, Люба, доведите это до ума. Пусть назовут адреса этих питомников. Но они же обязаны вам ответить. Мол, вы меня почти убедили, у вас такие прекрасные эти самые. Вы мне только, я хочу познакомиться с вашим с главным садоводом, ведь шутка ли, а черешни в Сибири. Да это же чудо. Я хочу купить черешни. Ну, мне нужно посоветоваться. Дайте мне это, телефон, адрес. Вот того садовода, который их вырастил, который в саду. Вот не может быть питомник без сада, не бывает. Не бывает яиц без курицы, не бывает. Да, без петуха бывает, а без курицы не бывает. И вот их убедите, чтобы они вам, ну, ясно, что они вам не дадут никакого адреса и не дадут телефона никакого известного садовода омского, который выросил. Ну, хотя бы пусть ответят и садится известных питомников. Пусть даже вы доращиваете. Где эти питомники находятся? Где? Кто-то же их вырастил. Уже, пожалуйста, сделайте доброе дело. Я уже сколько обращаюсь. Меня слушают, и никто палец в палец не ударит. Даже с моих друзей. Когда-то пытался винограду. Чего вам ответили? Ой, не могу. Про подбой для яблони груз сказали, что привиты. На сибирке и уссурийке. Пусть покажут эти сибирки и уссурийке. Но я же показываю деревья, которые облеплены плодами дикими. А они еще не могут. Кто-нибудь из присутствующих покупал саженцы? Какие отзывы? Отзывы они сами себе придумывают. Тут без проблем. Я извиняюсь, почему ваш сын не работает фрилансером или копирой? А что это? Кто такой фрилансер? Да я не могу ответить. Там бы научился, заработал бы неплохо садом заниматься. Вы знаете, он когда-то, я его ребенком, он у него говорил, я отправил учиться на компьютерщика. Что он там, чему учился, не знаю. В принципе, разбирается. Что-то там какие-то проблемы с компьютером. Что такое фрилансер, не знаю. Но мне почему-то кажется, что это уже будет для него перебор. Вот. Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Что я могу сказать? Он живет в своем мире. Он не знает много из того, чем мы обсуждаем. Вот, я говорю, что, Елена Александровна, вот надо вот этот вот розовый клон перенести к вам куда-нибудь. Кто знает, там все бывает в жизни. Он упадет метеорит. Или, допустим, этот самый, то, что было, фотографировался этот, на фоне этого слива красивейший этот, Павел Троценко. Она умирает, я ее столько же в эту взял. Она умирает. А мне, думаете, хочется, чтобы он вот этим фрилансером работал?
Так. Мне почему-то кажется, что у нас эти, пусть я не знаю, что это такое, но на таких у нас вся страна. Не зря каждый день идут сообщения, это, ну, мусор этот самый. Еще он будет мусором заниматься. Так, черенки пепина есть? Нету. У меня последнее дерево пепина, я же рассказывал про пожар на острове. Вот там у меня было все. Я туда привозил, тогда это, и на продажу, и на это, вот прямо такие мешки, потому что все равно надо было делать обрезку. Вот. А тут у меня последнее дерево. Еще пепин у меня был у соседа, он его убил. Я потом покажу, как он его убил. Капитально убил. И все получается, больше нету. А я даже знаю, Сергей, по-моему, не размножает пепин. А семечки у меня пепина есть. Вот вы спросили про пепин. Я хотел показать. Вот такое небольшое. Что это семечко вырастет? И когда вырастет? Я не знаю. Я на всякий случай пытаюсь заготовить, но я сейчас пробовал, но не боюсь разрезать, твердо как камень. Вот, готовы семена, а я это всегда гною. Вот, ну, сейчас перенесу с этого, с балкона, там все-таки холодно было. Тепло, ускоренное созревание, через недельку семена будут готовы. Ну, это к слову. А вообще, именно черенками я не занимаюсь. Нечего срезать. Хотя я показывал фильм, ходили мы с Ириной Саной, угощал я этими пепинами. Вот. Ну, что с последнего дерева срежешь? Так, все. А ну-ка, 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 ну-ка. Сегодня заходил в Омский садовод. Зря мы подводим садовод. Внизу ассортимента есть слово «видео». Я все просмотрел, показали абрикосы и питомник. Я приглядел три сорта лещины. Но ассортимент очень большой. Это подозрительно много, сколько нужно гектар. Нет, вам видео показали. Дело в том, что я тоже видео делал. Я сделал в общей сложности больше 500. Вот, а вот пусть они покажут эти же абрикосы на деревьях, понимаете? Не слямзины все 100% с этого интернета, а именно на деревьях. Вот тут, понимаете, показали абрикосы. Ну, вот эти абрикосы, вот, вспоминайте, которые у меня воруют, пусть покажут. Саженцы я покупала не крепкие, хорошего качества. И покупала, понимаете, вот вы сказали хорошего качества. Еще раз. Идет передача Абаканского республиканского телевидения. Сидит Роспотребнадзор или Россанитарнадзор или Россельхознадзор. Дама. И ее ведущий спрашивает, почему вы эти импортные саженцы не запретили продавать? Она говорит, мы не имеем права. А что же нам делать с садоводом? Ведь кругом обман, они все умрут. Ответ. Пусть садоводы сами выращивают, не выращивают, а сами пусть пытаются понять, обманут их или это настоящее. А внешне они говорят, так выглядят. Значит, импортное, как правило, мощное, красивое, рослое. А местные плохонькие, корявенькие. Вот ее ответ. Но мои корявенькие вы видели, да? Вот, это понятно, что она дура-дура, вот эта, которая с надзора органов. Просто дура-дурой. Вот. И работать не хочет, тоже понятно. И вот тут получается как? Вы как пишете, что крепкие, хорошего качества. То есть это еще не факт. Именно про них, про импортные, так говорила это, просто, короче, надзор. Теперь так. Я покупала персики, вторая зима началась, а первая зима, вы их прятали или нет? И они ушли без листвы в пячку. Абрикосы посадка весной того года. Яблони, груши посажены. Груши это осенью посажены. Вот про качество понятно, поговорю. А вот что будет дальше, это вы нам расскажете через год-два. Вот. И все-таки, Мария, пусть задним числом. У вас впереди, возможно, слезы. У вас впереди труд, потому что все это неполноценно, действительно требует ухода, утепления, защиты от ветра. Вот. Специальная обрезка, чтобы к зиме приближались к земле, и, ну да, к земле, и большая часть была накрыта снегом. Ну, купили вы там, допустим, в этом Омске. Ну, хорошо. Обратитесь еще раз.
Скажите, откуда саженцы? Чтобы вы знали, что да, привезли из-за границы, и с ним надо одно отношение. А вырастили сами. Пусть покажут, с какого дерева взяты эти. Вот и все. Так, Свердловская область, это почти Сибирь. Прошлая зима была теплая. Да, прошлая зима во всей стране была теплой. Персики зимовали без укрытия. И не замерзли. А, ну да, зима до минус 27. Ну, это просто год такой. И другой год, естественно, там, в этом, на Алтае, да? А там теплее даже, чем у вас, в среднем. Чем в Свердловской области. В среднем на Алтае теплее. И что вы думаете? Одна зима погубила 90% садов. Ну, где там персики бы ваши бы зимовали без открытия и остались живы. Надо рассчитывать всегда на то, что обидно на третий, пятый, уже первые плоды, и потом раз смерть. Вот с этого надо исходить. Вот. А вас Бог сильно любит, это мы узнаем потом. А на самом-то деле, ну, минус 27, конечно, могли и не погибнуть. Вот. Готовьтесь к худшему. Находите настоящего саженца. Выращивайте настоящий сад. А это считайте, что вам это сделано пока... Благодаря теплой зиме вам пока сделано как бы авансом. Вот. А там узнаем, любят или нет. Бывало, ваше дерево шафран уходило в зиму с листвой. Или они все зеленые, покупал в Свердловском питомнике. У вас зеленый, да? Так, это Мария говорит. Значит, смотрите, пипин шафранный – поздний зимний сорт. Они на своей исторической родине, у него два отец и мать. Оба, как сказать, зимних сортов, получился поздний зимний. Это лучшее творение Мичурина. Отца и мать я не помню. Вот. Один дал морозостойкость, но мелкий плод. Так. А другой дал лёжкость. И получилось в результате то, что вы имеете. А что вы имеете? Вот на большей части территории России для позднезимних сортов не хватает лета и осени, чтобы уйти в зиму уже без листвы. Так. И получается, они у вас с листвой, и у меня, ну, примерно каждый пятый год тоже уходит с листвой. Я ничего не могу сделать. Вот уже зима, морозы, а они стоят с листвой. Но мои не погибали, они приняты на Сибирьке. У вас получается, что в Свердловском питомнике купили, да? Если Свердловский питомник это тот самый, как его назвать, Уралсад, да? Который у меня фотографии свистнул кучу, вот, то тогда получается уже подозрение, что со своего дерева фотографии делать не могли, раз у меня 6 фотографий свистнули. Вот. Я уже не раз громко обращался, все. Они единственное, знаете, что убрали? Логотип Урал Сипель, Урал Сад, Урал это, прям поперек моей фотографии, да. А потом все-таки, когда я их высмеял в этом же интернете, ну, годом двумя раньше, они это убрали. Но осталось, как говорится, серебро нашлось, а это как называется? Подозрение осталось, или как? Забыл слово-то, это знаменитая фраза. Серебро нашлось, а что-то осталось. Впечатление или как там? Ну, в общем, получается, что... Значит, после этого случая с моими украденными фотографиями, когда просто присваивают, то ладно. А когда на них еще логотип делают, то ли Уралсад, то ли Уралсиб, Урал, по-моему, это с вас Свердловский, да? Тогда получается подозрение, подозрение страшное, что вы купили. А уйти можно с листвой по двум причинам. Первое, что действительно, да, повезло, что это действительно пипин. Только поздние зимние сорта и часть зимних уходит, на средней полосе России уходит в зиму с листвой. Ну не хватает лета. Ну не хватает и все. Россия, холод. Если это нормальный саженец, то он все-таки на весу проснется, может поболеть. Но у меня такие случаи были, ни один пипин не погиб. Ну, у меня до пожара их много было. Так. А у вас вторая причина может быть. Смотришь, все деревья сбрасывают листу, а один нет. А он, оказывается, уже умирать собрался. Вот и все. Весна покажет. Если ушел с листвой, а весной не проснулся, первое, не хватило ему лета и осени. И вот бывает еще причина. Допустим, покупал в Свердловском питомнике. Допустим, годом раньше.
Или, например, в этом году купили его весной. Но поздно, пока они расчухаются, уже май. И вот садить надо как можно раньше, каждый день важен. Каждый день. Это значит, что могло бы, допустим, на месяц позже посадили, и осенью, а ведь существует период вегетации, и никуда не денешься, программа есть программа. И осенью этого месяца не хватило. Вот и все. У нас много пепинов с разных мест, все с листвой уходят в зиму, и многие подмерзают до уровня снега. Весна росла кустом, начали плодоносить внизу. Так. Еще вопрос. Как долго вы занимаетесь выращиванием сада? Землю купили 5-6 лет назад, с тех пор, как сажала местные яблони и груши, ничего не пересаживала. В начале зимы ель голубая. Все, плотные 3 года сажаю, приживаются все саженцы от железа. Спасибо. Покупала и пемиролеево, все пусто. Давайте сначала. Плотную 3 года сажаю, приживаются все саженцы от железовых. Спасибо, Мария. Покупала ИП Миролеева, все пустую. Я не называл ее имя, это вы назвали. Когда я это говорил, что у меня фотографии поворовали, присвоили свой логотип. И покупала в Курганском плодопитомнике, тоже еле-еле. Одно яблонько кожилица. Остальные 2 загнулись в первый год. Но это нормально. Вот. Потому что, допустим, я ничего не знаю про Курганский плодопитомник. Ничего. Или врачи то, что не выдержит критики, или тоже давно стали перекупщиком. Так, расскажите еще раз вкратце про обрезку формирования кроны. Ой, только не здесь. Давайте так, Алексей, давайте я хоть подберу фотографии, давайте это же, как тут рассказать-то? А я без фотографии не могу. Это же как спорить, сколько чертей на конце иглы месяца. К тому же обрезка есть это самое. Весь гигантский механизм направлен на уничтожение деревьев. Мне нужно очень тщательно подбирать каждое слово, фотографии. Убедите. Вот смотрите, поймите правильно. Я вот не в футболе, я просто откладываю. Начали везде спорить про эту обрезку. И уже упоминают железо, что надо верхнюю часть отрезать, что штаб не... Вы понимаете... В ответ такое злобное высказывание, это же на разных сайтах, это же на сотнях уже. Я же не зря столько лет потерял, не зря. На сотнях. Вот это злобное высказывание, что я чуть ли не дурак, и действительно нужно вот это все искалечить, чтобы это. И мы не дошли до этого, ведь человек это доказывает. Вот искалечишь, он будет дальше жить. Ну вот как ты бы его это? Вот. Не зря, там помните выражение, лопату на голове точить таким. Но это один из сотни меня поймет. Остальные этого. Давайте, Алексей, попозже отдельно. Грушевка, яблони. Хотя я буду повторяться, кто-то скажет, да что опять? 108-й вебинар, а вы опять, чтобы рассказывали 2 года назад. Грушевка, яблони со вкусом груши. Пробовал когда-то давно, классные. Стоит раздобыть черенок. Для меня, если московская грушевка, то обычно это... Яблони. Они тоже, понимаете, если это речь идет о гибриде яблони и груши, они все равно как куда-то, как в конце концов, какой-то стороне. Или к яблоням, или к грушам. Я поэтому не верю ни в какие эти гибриды между персиком и абрикосом. Сколько я вырастил этих, в основном так, модное название. Или персикового луча, или нектаринового слива. Вырастил, а луча, луча, слива, слива. Что они у нектарина? А может быть и не обманули. Просто не бывает ничего постоянного. Так, давайте дальше. Мы уже скоро закончим, потому что где-то конец близко. Так. Покупала в Екатеринбурге. Это Мария отвечает. Ромашка 96. Они яблоньки, саженцы покупали пару лет назад в питомнике. Ой, не могу. Покупала себе редко и задавала вопрос, сами или перекуры. Перекупы, наверное. И ничего не скрывая, все рассказали, что бывает, что допрашивают у себя, допрашивают, наверное, доращивают. Кстати, Семеренко перезабывал хорошо и покупала пепин шафранной весной с питомника из Екатеринбурга. Посмотрим, как перезимует. Ну, мы с вами не прощаемся, посмотрим. Покупать. А что же не купили у Миролеева? Ой, ладно. Как тогда сохранились сорта, например, белый налив?
Куста, я помню, в детстве он особо не отличается сейчас. Пробовал не только сейчас в саду. У меня есть один белый налив, я сегодня на веточке не срезал. Я боюсь, не скрываю. Вот. А как сохранилось? Как объяснить-то? Понимаете, в чем дело? В основном, еще раз, надо, чтобы как-то изменить сорт вегетативно, для этого надо что? Чтобы подвой был самый-самый суровый такой, знаете, на все случаи жизни, прошел все огневоды, минус 50. Но когда на него привешь, если повезет, то он его ломает, его эту генетику. Заметьте, мы с вами не генетики, мы скорее лысинковцы. Мы ее как бы не признаем ее, не вмешиваемся в это в ядро, потому что мы не исчерпали даже 5% возможностей, которые просто дает. Вот не калечишь дерево, морозостойкость на 10 градусов выше, чем в этом, чем в справочнике. Уже так же не калечишь. Не калечишь почву, еще на 2%, на 3 градуса выше. Вот. На высокий подвой, еще на 10. Вот чудо, как у нас в Сибири или на Урале, у моих друзей. Вот что получается. А здесь так, белый налив. И он в лучшем случае на привале на ранетку. Привали на ранетку, если его совсем хорошо, на культурный сорт. А он сам белый налив настолько морозостойк, что его наоборот подвоем использует даже. А ему нет причин меняться. Он и сохранился. А теперь второй момент. Открываю я. Ну пусть я называю эту газету журнал «Бульварный», да? Ну, не буду называть какой. А там идет дискуссия, у меня где-то в архиве лежит. Там название статьи. Этот самый. Попировка или белый налив. И два ученых. Редкий случай, когда бульварных этих, ну, мягко говоря, бульварные, почему их называют так? Потому что всякую херню печатают, которая только учит убивать. И вдруг серьезные две фамилии, два доктора наук, они говорят, нет, Пепелин, ой, этот, белый налив и Попировка, это одно и то же. Второе, нет, это разные. Статья есть, нет, фотографии. А сейчас-то возможности как раскрыли. Все же цветная фотография, но все разглядывает до тонкости. И давно прошли этот спор. Нет, так никто и никому не доказал. А им-то надо было публикацию, да, Елена Александровна? Публикацию надо было, что вот, видите, вот один давай все за то, что это одно и то же, а другое нет, это разные сорта. И доказали, хрен доказали. Вот там не было ни одной цифры сахаристости, там это, ну, все, что обычно это надо. Не было этого. Привитое, не привитое, не было. Вот так вот, за то, что тебя было, одно и то же или нет. Найти бы как-то ее, да, ну, зачем только, попинать только. Так. Теперь, значит, следующее. Катя. Как? А, ну да, в принципе, про белый налив еще мог, кто сказал. Если у меня одно дерево, это не шедевр. У него самое главное, раньше всех поспевает. И уже с удовольствием ешь, хотя они не очень вкусные. Главная проблема найти в Свердловской областях плодопитомник с адресами и телефонами. Когда я столкнулся с этой проблемой, так как нет и этой информации либо в интернет-магазине, либо, как мне повезло, ваш сибирский питомник. Либо сдать ярмарку, но там много раз покупал, и саженцы не выживали. На ярмарках это все это понятно. Туда что только не везут. А лапши будет. Вот Латинков тут молодец. Он сейчас на ярмарках, а куда деваться? Жить-то надо. Может, редкий случай, когда действительно настоящие саженцы. Ладно. И так получается, что в Свердловской области Челябинска есть два крупнейших питомника. Надо попробовать это. Ну, попробуйте сейчас. И адреса там есть, и телефон есть. Одно спросите, где маточница? Помните, я вам показывал их? Меня зацепил товарищ, который, ах, это самое, Железов, так, не то, что такое секунд. Ну, как бы, там была такая скрытая брезгливость. Вот 43 этих самых сорта прекрасно живут в Челябинской области, в НПО. Вот, замечательные сорта, и байкаловские, и все. Фотографии с этого, с интернета. Ну где же, ну покажите вы. Ну. По известной питомнике они не ответили, задавал такой вопрос.
А, уже не ответили. Так а что тогда это? А что ты должны сказать? Они же пишут, что это из известных питомников. Так, здравствуйте, какое ваше мнение насчет цикличной заморозки? А, как рассказывал Лутенков, не было опыта. И знаете, у Лутенкова теория была, есть или практика. И знаете, то есть вы меня спрашиваете, а знак вопроса. Значит, Лутенкова, я глубоко этим не занимался. Мы с ним как две параллельные. Каждый свой эти успехи, все свое. Главное, что нас объединяет, знаете что? Это дружба, и мы не завидуем друг другу. Вот. А именно ответить на ваш вопрос, я про теорию или про практику толком не знаю. Я сейчас скажу другое. Да, насчет цикличной заморозки, я скажу как Лусь. Мне обозвали Сынковец. Если Латинков в этом направлении действует, то совершенно прав. Вот, цикличная заморозка позволяет. Я еще раз помню, я ругался, говорил, химия это самое, травят эти самые ДНК деревья, чтобы какие-то из них выжившие обладали какими-то качествами, хотя, по-моему, это только у родов можно. И в диссертации, да, раз. Дальше излучение, представляете, радиоактивным излучением. Тоже калечить ДНК, чтобы то, что выжило, вдруг оказалось, ну, каким-то новым качеством. Тоже дико страшное для меня. Вот. Значит, ГМО залезать туда, в этот, в сырье, в ядро, тоже дикость. И, наконец, заморозка, она более природная. Она может разбудить такие качества, то есть, видите, я за Латинкова, она может разбудить такие качества, что мы даже не догадываемся, ведь ледниковый период-то несколько было. Плюс на минус, минус на плюс. Там такие возможности открываются. Ведь смотрите, мой персик Хасанский. Я искренне считал его, мой яркий пример, искренне считал, его выписывает учительница, пенсионерка. Вот. Сеянец с Дальнего Востока, называется Хасанский. Она не садовод, она слово Хасанский сама первый раз услышала, когда увидела бирку на нем. Придумать она не могла. Так. Это мы знаем, Дальний Восток, расцвет был там, этот самый, вот, целая плеяда выдающихся садоводов, вспоминайте. И вот что получается. Он у нее сеянец мерз, 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 так? Потом он дал вот такие плоды, и у меня первый урожай был вот такие плоды, потом у Чернобая вот такие плоды, потом у меня еще больше плоды, а потом приходят фотографии. Это ваш 100-граммовый, и, наконец, Сахалина, это ваш этот самый 230 грамм. Вы понимаете, что в них скрыто? И то, что люди выращивали этот же персик хасанский, наверняка она получила, она же получила непривитый, я же разобрался с этим делом. В СИЗО, так? А у нее могло быть предков быть. А вот сегодня никто никогда в жизни не привал. И где-то когда-то с юга Китая шло на север, шло и шло, и шло. И вот этот абрикос, персик выживал, 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 выживал за счет чего. А северный холодильник выживал, выживал, выживал. И вот он, поняли, вот это мое мнение. Я не говорю спорщин. Это называется приспособление по железу. И потом обратный процесс. Уже на Сахалин вернулся вот такими. А фотографии 100 граммов я показывал. А у меня, стыдно сказать, у железа 50 грамм самые крупные были. Хотя снимки выглядели эффектно, все равно 50 грамм. Вот. И что получается? Цикличная заморозка, она дает эффект не худше, может быть, даже лучше, потому что она естественна. Вот, смотрите, 5 минут говорил, пока сообразил. Вот это естественно. А теперь, Нина Александровна, у меня второй год, лишь ждет весны, самые роскошные абрикосовые косточки заморожены. Заморозка была при минус 27 градусах. Вот так вот. Вот. Полностью прошла весь цикл, то есть всю зиму. Потом я их достал из плодов. Это я вам отдельно говорю. Почему? Вы были соучастницей. Вот. Поэтому вы единственный человек, который имеет право работать с ними дальше. А проснутся ли они? А теперь они просто лежат в холодильнике. Просто. То есть при плюс 2, плюс 3. Зиму при минус 27 градусов держал. Вы забыли, а я помню.
Вот. И так уж получилось, что мы их не увезли, остались у меня в замороженном виде. И в результате теперь, если после этой глубокой заморозки они проснутся, вот там будут чудеса. А может не проснутся, может быть 27. Что такое постепенная заморозка? Я же сунул в морозилку, да и все. И все-таки шанс-то есть. А любопытство нас сгубило когда-то. Помните, когда это Адам с Евой попробовали? Вот. Дальше не буду. Так, вот теперь. Теперь. Можно и без сада производить саженцы, покупая черенки по двое у кого-либо. Ну, давайте здраво. Кто дурак? Вот смотрите, у меня. Конечно, сад не сказать большой. Я не знаю в России ни у кого такого уровня качества тех же абрикосов. Есть, ну, несколько десятков деревьев. Но их надо уже иметь несколько сотен. А где такой сад? Покажите мне. Покупать, да, можно. У кого? У меня покупают черенки 10-20 штук. Вот то, что вы видели на фотографии, там было штук 40. Это редчайший случай. А кто же вам продаст 1000 черенков? Ну кто? А по двое? Только в виде семян? А теперь представляете, человек купил по двое кучу этих саженцев. Потом на них сел, привел, привой. Но это уже, как сказать, ну, чисто непрактично. Чисто непрактично. А, вот, осадок остался, да, серебро нашлось, осадок остался. Так, Тимур, Северная Карелия. Надо ли ждать весны, чтобы земля оттаяла на все лопаты? Если да, то почему? Ведь при естественной сертификации этого не происходит. Дело в чем. Понимаете, тут есть такое понятие, это у меня чисто личный опыт, сильно рано, сильно поздно. И получается как? Когда я говорю один стык лопаты, я имел в виду как один стык лопаты. Когда один стык лопаты, мы можем уже приготовить гряды, приготовить холмы. Так. А если раньше, допустим, тут получается, что, как бы сказать-то, вот я с этим столкнулся несколько раз. Или стопроцентная всхожесть, или стопроцентная невсхожесть. Это когда сильно рано. Как я пытался понять, а что же семя или косточка, как она себя чувствует там? Вот это вот так. Так, и после этого она проснулась, она под землей, даже у меня под землей. Пусть я говорю символически, но вы помните, под землей. Потому что мыши не съедят, и она махом высохнет, всхожесть низкая, если просто положить или даже чуть-чуть вдавить. Вот так она прикопана. Все, ждем весны. Лопнула, выпустила вершок, корешок, и в этот момент бах, минус 10. Снега нет, ничего, все погибло. Приходит пора, все мертво. У меня. Вот так я отказался, не то что от идеи, а когда надо, я рискую. Помните, как я не раз говорил? Зато зайдут, пусть мало, но лучше это отбор, это селекция. А для нормального человека, которому на 1000 рублей всего 40 косточек купил или 50, ему что, до селекции? Ему надо, чтобы из них хотя бы 30 зашло. Тогда я говорю, чуть попозже. Когда уже проклюнувшие эти самые ростки не убьет вернувшимся морозом. То есть, когда уже после костык лопаты. Вот такое мое объяснение. Так. 25 семян яблони, посажено в одно место, зашли 4. Три из них винтом. Ух ты, опять винтом. Они нормальные. Так в нескольких местах. Сплошная ГПЗ. Александр, это вы швы рамочки возьмете или лозу. Это вы скажете про ГПЗ. Но винт это очень плохая вещь. Это нереально. Это, вернее, так, это неестественно. А так, теперь сюда заглянуть, вернуться, или вернуться. Ну-ка, можно рискну. Я же от любопытства умереть могу. Так, где тут винт? Что-то помер. Винтом. Нет, ну тут, по крайней мере, не видно. Так, как мне теперь вернуться к корову? Я уже опять забыл, у меня памяти нет. Так, памяти нет.
Может, сюда? Может, тут я был? Ага, тут. Так, ладно. Я просто не разглядел. Я поливал в этом году вовремя, как только снег сошел. Черенки пошли. Так, где он делся? А вот, я поливал в этом году вовремя, как только снег сошел. Черенки пошли в рост по-разному. Некоторые первые половины июня, а то и во второй. Лист бросить успели все. Осень была затяжная. Осень затяжная, лист бросили. Ну так что, все, все нормально. А какой вопрос тогда вы задавали? Если у вас все в порядке, лист бросили? Это надо вспомнить, а я уже... А ну-ка, расскажите про обрезку на формирование кроны. Этот ли вопрос? Или еще раньше что-то было? Да, здорово. Черенки пипина есть. Так, в общем, приняли к сведению и все на этом. Так, больше никто ничего не пишет. Ага, мы с вами уже второй час разговариваем. По-моему, достаточно. Не забывайте про каталоги. Так. И самое интересное, не интересно, я акцент сделал на эти самые, на выращивание детей. На выращивание именно, подчеркиваю, на выращивание нормальных детей. Поэтому намного не успел ответить. Ну ничего. Давайте так. На сегодня все. Ждем следующего понедельника. Вот. И до свидания. Спасибо за внимание. Нормально был этот самый разговор, мне кажется. Никто, по крайней мере, не написал, что я сошел с ума, и детей надо прятать от холода и от физических нагрузок. Слава Богу, хоть на этом. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Антон Валерьевич, напишите мне ссылку, что я там наговорил. Я завтра проверю свои слова. Уже в спокойной обстановке. Все, друзья, пока. Теперь я еще не отключился, только потому что я хочу посмотреть, кто сегодня ко мне, кто у меня в гостях. Но это уже не обязательно, можно отключаться. Среди вас добрых 10-20 человек, которые могут работать ведущими на телевидении и учить умным вещам. Вот. Читать лекции студентам. 10 лет назад меня уже приглашал читать лекцию сам Ваулин. Вот. Александр Юрьевич, как он меня отругал за то, что я был в Челябинске рядом с мясом и не заехал к нему, а он мечтал, что я лекцию студентам прочту. Видите? Видите, как здорово. А теперь это ваше будущее. Все, я на пенсию ухожу. 10-20 человек из вас готовые специалисты. До свидания, друзья.